«Спасти село». В Москве состоялся чрезвычайный всероссийский съезд жителей сельских территорий и малых деревень России. Депутаты поселений и жители районов всех областей страны обсуждали катастрофическое положение дел в сельском хозяйстве. Огромные проблемы и в нашей области, а министр сельского хозяйства Максим Чекусов их не решает, а от людей прячется. Он отказался поддержать омскую делегацию. Депутату-коммунисту Солнцевского сельского поселения Татьяне Грачевой удалось провести несколько продуктивных встреч, в том числе в приемной президента и генеральной прокуратуре. Не успела она вернуться в Омск, как по ее проблемам чиновники начали активную деятельность, в том числе и из регионального Минсельхоза. Я прошла от главы сельского поселения разговоры до главы района. Вот. Затем к депутату по дороге района совета Косин Яков Раунд живет в Солнцевке, что он даже пришел с теми обращениями, что я ему написала, и председателю районного совета депутатов бросил на столе. А там речь шла о память свободе, о дороге. Вот это его бездушие. Так он человек порядочный, но не боец. Только вот как масса депутатов, другого от него толку не будет.